Мурманчане не забывают помогать и тем, кто находится в трудных жизненных обстоятельствах, не связанных с пандемией. Около памятника военным строителям прошла экскурсия для слепых и слабовидящих. Проект приурочен к 75-летию победы в Великой Отечественной войне и 76-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Никогда нельзя забывать, что вместе с нами живут люди, которые не могут привычными нам способами познать мир, а делают это, как, например, в этом случае, с помощью кончиков пальцев. Именно для них был создан проект «Прикосновение к исторической памяти о Великой Победе в Заполярье» для слепых и слабовидящих людей. Его главная задача – это дать возможность как бы увидеть памятники, прикоснуться к истории. Мы узнаем постоянно что-то новое, даже вот для себя. Ну а читателям это тем более интересно, потому что это все-таки вот, когда человек, он имеет плохое зрение, он не может видеть этот памятник так, как его видим мы с вами, да, ну вот стоит куб и куб, а тут они могут все в деталях посмотреть, потрогать. Своими впечатлениями поделился участник экскурсии из Пензы. Алексей Полозов в наш холодный город приехал за женой, но не успел в полной мере насладиться мурманской архитектурой. Благодаря проекту он имеет возможность подробно изучить каждый элемент памятников, воссоздать в голове их образ. Больше всего Алексею запомнился мемориал Алёша. Ну, мне очень понравилось. Ну, интересно. То есть, вот, все потрогать, ну, как бы послушать про это. Чему это сделано, кому, чего, ну, то есть, интересно вообще. В рамках проекта в библиотеке для слепых и слабовидящих была создана творческая лаборатория, в которой и рождаются маленькие копии мурманских мемориалов, а каждый рассказ о них сопровождается тифлокомментарием. 3D-модели позволяют как-то рассмотреть уже более подробно. Плюс еще тифлокомментарии дают полное описание, где что непонятно. Допустим, вот смотришь, что это такое, не знаешь, а тут говорят, по правую сторону это два человека в шлемах, ой, в касках. И ты уже понимаешь, что это каски, уже как-то настолько это объективно, как будто ты увидишь. Модели всех памятников производятся в мельчайших деталях. Процесс их создания достаточно трудоемкий, но он многократно окупается эмоциями, которые получают люди с ограниченными возможностями здоровья во время таких экскурсий.